Ощущение скорости, если в машине или в автобусе автобус разгоняется, гудит сильнее, его тоже скукоживало всего, и он начинал судорожно кричать, выходить. Сейчас он получает от этого даже удовольствие, по-моему. Купание в ванной. Плюхаться, он воды не боится как таковой, он не сидит. На речку мы ходили все лето, каждый день. Но именно если вода попадает на лицо, на волосы, то это вызывает просто панический у него ужас. Где-то в ролике я это засняла. Поэтому все соседи у нас в курсе, когда у нас происходят такие экзекуции. Крики такие, что как будто его режут по-живому ножом, причем неоднократно. Также стричь ногти, подстригать волосы. Это парикмахер к нам приходит на дом. У нас есть, похоже, что-то на смирительную рубаху, потому что вот эти падающие волосы или прикосновение просто к голове вызывают у него неприятные ощущения. Даже вот элементарно машинку стиральную. До какого-то момента он сидел и наблюдал, как крутится барабан. Ему это интересно было. Потом, может быть, что-то загудело, где-то что-то брякнуло. Это уже мои догадки. Ну, уже, наверное, год второй. Машинку стиральную я включаю только в его отсутствие. Он боится этого. Хотя и пылесосить с удовольствием. Шум его этот нисколько не смущает. Включает его сам, пылесосит. Дальше, что у нас еще? Список-то не положила перед глазами. Уже ко всему привыкаешь, и кажется, все замечательно. Приступы агрессии случаются иногда. Это, ну, чаще всего это связано, конечно, с какими-то запретами на любой «нет» и «нельзя». Он просто моментально... Какая-то атака прям ярости, может пинать, стучать ногами. Особенно это незаметно не проходит, если мы в магазине, где-то в очереди. Сейчас его можно отвлечь каким-то другим действием, допустим, предложить ему конфетку. Это сейчас проще стало. Раньше, конечно, мы катались по полу и приучали всех жителей нашего района к себе. Поэтому сейчас проще намного стало с ним ходить. Все его знают, все нас уже адекватно воспринимают. Пришлось, конечно, наслушаться в свое время, какой непослушный ребенок, какая я плохая мать. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Потом, следующее, вот наряду с такими вот страхами, кстати, и тревогами, к сожалению, не присутствует здорового страха. Там, допустим, ну, к уличным собакам, к злым, он к ним бросается с места, к большим, нисколько их не боится, боюсь я, за то, что собака не среагирует, ну, слава богу, до сих пор никаких таких неприятных моментов, случаев с собаками у нас не приводили к плохим исходам этих встреч. Вот летом довелось побывать на природе, и рядом с нами паслось стадо коров. Степа, естественно, со всей дури побежал в это стадо. Мы за ним, пастух. Обнаружили Степу рядом с самым большим быком в стаде, играющим с его рогами. Причем быка это нисколько не смущало. Бык его облизывал своим языком, как лопатой. Я боялась, что это он подготавливает его к тому, чтобы его съесть. Но процесс пастух даже был в ступоре от увиденного. Как потом он сказал, это самый агрессивный бык, молодой.